Ярко, смело, современно. Именно так выглядят образы на картинах Валерия Ковальчука. Открытость и откровенность, сочные и насыщенные краски завораживают с первого взгляда. Преобладают портретные работы, но есть и городские пейзажи. Как вспоминает родной брат автора выставки Александр Ковальчук, призвание художника проснулось в нем еще в детстве. И такой талант не остался незамеченным. В далеком 72-м году, когда во Дворце пионеров города Бреста, наша мама привезла и показала его работу, «Боксерами» называлась. Маленькая работа, 4-го формата, небольшая. Эта работа, прямо скажу, потрясла весь Дворец пионеров. Приезжали к нам домой, я помню, говорили, что у него дарование, и его надо направить в Минск, в специализированную школу по музыке и изобразительному искусству. Я, как маленький ребенок, помню, плакал и рыдал, родной брат уедет надолго. Ну, так сложилось, да, и вот сегодня результат мы видим. Сегодня мы открываем выставку выдающегося брестского художника, нашего земляка, члена Белорусского союза художников Ковальчука Валерия Евгеньевича. Ему 60 лет. Выставка, если вы обратите внимание, это вернисаж портретов. Это очень серьезная выставка. Художник сам по себе монументалист, он и пишет такие же монументальные работы. За каждой работой стоит человек. Конечно же, это портретное сходство, это красота человеческого тела, то, что нам хочет показать и чем как бы болеет художник. Его настенные работы, так называемые с граффита, можно увидеть на объектах Брестской области, а также в нашем городе, например, по улице Советской. Но это лишь одна из граней таланта мастера, которая раскрывается и в станковой живописи. Полотна буквально притягивают зрителя и заряжают позитивной творческой энергией, которую вложил в них автор. То я рисую портрет, немножко пейзаж. Вот, но если пейзаж, то, конечно, я люблю геометрию города рисовать, хотя мне многие говорят, что вот куда ты лезешь, там это все так сложно, там эти окошки выписывают, но мне нравится. Я пишу в основном современника, нашего современника. Вот, в основном, как бы правило, это мои, большинство здесь портретов мои студенты. Ну, есть, конечно, портрет моего отца, портрет матери есть, портрет жены есть. Вот, ну, не без этого, конечно. Вот. Но дело в том, что, конечно, мы уходим все со временем, а портреты остаются. Когда я пишу картины, я улетаю сейчас. Вот, просто мне это очень нравится. И мне, когда я учился в Минске, мне мой преподаватель Владимир Иванович Стельмашонок, народный художник Республики Беларусь, вот, он мне говорил, всегда делай то, что тебе нравится. Это будет именно твое искусство. Этому художник учит и своих студентов в Брестском государственном техническом университете, где преподает уже 27-й год. Он очень хорошо все объясняет. Он сразу видно, что этот человек занимается творчеством всю жизнь, что у него большой опыт, что никто так мне не объяснял построение головы, например. Он все точно знает. И умеет. Несмотря на портрет, можно сказать, что это как будто фотография, что так нельзя нарисовать, что все доточно выведено, что все складочки, все блики, что ты смотришь на портрет и чувствуешь, что человек живой. Присоединиться к реалистичному и в то же время манящему и волшебному миру портрета и пейзажа Валерия Ковальчука через 40 картин его уникальной экспозиции можно будет до 10 октября.